Вот так. Ну и бодрого волшебного утра, друзья! Давайте себе поаплодируем. Хорошо поаплодируем все, кто в 6 утра ранние пташки проснулись, потянулись и улыбнулись. И сказали, кто молодец? Я молодец, да! И, друзья, сейчас вместе с ранним восходом, да, мы сейчас будем заряжаться, заряжать это море, заряжать эту вселенную нашим позитивом, да, заряжаться от солнышка. И сами станем лучиками солнца и будем это распространять вокруг в течение целого-целого дня, а вообще жизни, да? Хорошо. И, ребята, делаем вдох и набираем аромат морского бриза. Из живота вдох. Выдыхаем все ненужное. Еще раз сделали вдох. Задержали. Выдыхаем все ненужное. И третий раз. Низ живота у нас надувается. Вдох. Плечи опустите. Грудь, плечи не поднимаются. Выдох, живот сжимается, как у голодного волка. Хорошо, молодцы. И меня зовут Иванова Лариса. Для тех, кто не знает, я тренер по йоге смеха. И чем отличается зарядка от йоги смеха? То, что йога смеха – это тренировка, это прокачка. Это как в спортивном зале. Здесь все существует по правилам. Здесь смех – один из инструментов. И йога смеха, она выполняет несколько задач. Первое – это оздоровительная. Ее сегодня активно используют как постковидная реабилитация, посттуберкулезная. Это тренировка для нашего кровообращения, чтобы кислород поступал ко всем органам. Это профилактика деменции. Это то, что нам помогает убрать лишние килограммы, потому что это действительно тренировка, где мы потеем. Да? Это наш эмоциональный интеллект, когда мы учимся себя заряжать, распознавать свои, чужие эмоции, управлять этим всем. Это наш фейсбилдинг, потому что, когда мы смеемся, мы прокачиваем правильные мышцы. Давайте нахмуримся с вами. И человек, который удрученный, да, у него уголки сразу рта вниз, он сразу становится таким непривлекательным, да, возраст прибавляется. А наоборот, когда мы прокачиваем другие мышцы, да, то мы становимся молодыми, красивыми, привлекательными. А еще йога смеха, она служит миру во всем мире. Потому что только чем ты наполнен внутри, только то ты можешь отдать, да. Если человек наполнен счастьем, радостью, он не способен думать о войне, он не способен думать о том, чтобы причинить кому-то боль, что-то плохое. Он становится осознанным. Только то, что у нас внутри, только этим мы можем делиться. И, друзья, если противопоказания, да, если человек беременный, там, на 7-м месяце, да, то сильно смеяться, конечно же, ну, чтобы не было угрозы какая-то, или послеоперационные свежие еще швы. То есть чувствуйте себя, чувствуйте все, делайте по своему состоянию. Ваш организм, он вам лучше подскажет. Хорошо, ребята. И сегодня мы с вами прибыли на море, и мы знаем, что метафизика – это 95%, да? Поэтому включайтесь, мы с вами сделали вдох морского бриза. И сейчас мы немножечко с вами разомнемся вот на этом прекрасном воздухе, дышим озоном. Хорошо? И давайте немножечко сделаем головое упражнение. Ушками тянемся к плечу. Темп выбирайте себе удобный. Вперед-назад. Покатилась голова, как колобок. В другую сторону. Ковш. Загребаем, как волна. Вот знаете, как разные витамины полезны, разная пища полезна, так и упражнения на разные группы мышц, чтобы ничего мы в организме не пропустили, не забыли. Это тоже все очень полезно. Смотрите, я не так сейчас головой, а вот так подбородочком, да? И вот так. И вперед-назад. И в стороны, и по кругу. Да, заодно танцевать, да, поучитесь.
Хорошо, молодцы, молодцы. И теперь давайте с вами немножечко сами изобразим волны. Мы с вами приехали на море, и мы говорим: Вселенная, мы с тобой, да, одинаковы, как Маугли, одной крови, ты и я, с чайками, с дельфинами, с морскими жителями, с этим воздухом, с этим небом. Всем улыбаемся, и сейчас мы с вами волну сделаем. Это очень хорошее упражнение для всех позвонков. И смотрите, мы закатываемся, вот так рулончик, прижимаем подбородок, и всем видно, и подныриваем. И вот так, и откатилась волна назад. И опять закатываемся, закатываемся, круглая спина, выныриваем, спина прогнута, и назад. Еще раз, как будто мы под планку должны поднырнуть. О, так хорошо, сразу позвоночник разминается. А теперь обратная волна, наоборот, с прогнутой спинкой, вот как седло у лошадки, чтобы здесь выемка была, прогнутая спинка. Опускаемся и сбросили, и с круглой спиной поднимаемся. Опять подбородок вверх. И сбросили. То есть это обратная волна. Вниз, вниз, вниз. И сбросили. И еще раз. Да. И боковая теперь. Вот так. И раз. И поднырнули. Два. Как будто мы под планочку подныриваем. Два. И раз. И два. И раз. И два. И для осанки короля и королевы, да, наша осанка это очень много. Нас воспринимают так, как мы идем. Какое бы ни было красивое платье королевское, если оно вот на такой фигуре, женщина никогда не будет привлекательной. И наоборот, если вы будете даже в самом простом платьице, но у вас будет осанка, развернутые плечи, вы будете нести, чувствовать себя по-королевски, вы будете смотреться очень козырно. И давайте возьмем замок и вот так выпрямим. Чтобы лопатки были вместе, как будто вы ими монетку держите. И смотрите, наклоняемся с прогнутой спиной. А теперь ручки вверх. Подбородок поднимите, голову поднимите. Спинка прогнута. И вот так вот, сколько можете, без фанатизма. О, классно. Я знаете, что делаю, когда есть мебель? Я кладу руки, допустим, на стол. Да? И стол уже не дает рукам опускаться. А сама, вот руки держатся, а сама начинаю приседать. Вот приседаю, а руки держатся. Кто может, еще может ножки вперед вытянуть, прямо вот на попу сесть и вот в таком положении посидеть. Очень-очень крутое упражнение. Хорошо, друзья. Ну и сейчас мы с вами попьем водички. Водичка пусть всегда у вас присутствует. Желательно, чтобы она была немножко горячая, можно с лимончиком. И говорим, кто проснулся этому миру, улыбнулся? Я! Волшебного утра, королевы! Да, как говорят в Академии Ше. Волшебное утро, королева! Кто меняет этот мир к лучшему? Я! Кто занимается благотворительностью? Я! Кто несет людям добро, позитив, солнце? Кто молодец? Я молодец! Да, хорошо, хорошо. И теперь мы с вами давайте немножко поприседаем, как будто мы на стульчик садимся. Очень важно эти мышцы разминать. Да, раз, два. Улыбаемся этой вселенной, улыбаемся друг другу, улыбаемся морю, улыбаемся этому миру, да. Классно, классно. И сейчас, дорогие друзья, мы с вами берем царский кубок, да,
Мы же королевы, цари. Берем такой вот волшебный кубок. А в нем нарзан. Нарзан там, где были императоры. Турцы, кто был, знает, о чем я говорю, да? И мы берем этот волшебный напиток, который напитывает нас энергией, здоровьем, радостью. И начинаем его пить. И посмеемся, да, потому что метафизика 95%. Представляем, берем такой царский красивый кубок, усыпанный бриллиантами, и начинаем пить. Сболтали еще хорошо. И... И третий раз болтали, сболтали, вдох животом. И... Молодцы. А кто помнит правила смеха? Одно из правил, я на него уже обратила внимание, да? Мы вдох делаем животом. Опустите все плечи. Не вот так. Нет, это неправильно. Наоборот. Делаем вдох и набираем гормонов радости, как будто мы тут нюхаем такой красивый, хороший, ароматный цветочек и делаем вдох. А выдох, вот так у нас прилипает пупочек к позвоночнику. Следующее, друзья, одеваем все улыбки. Берем как за прищепочки наши улыбки и одели как очки, да? Все, не снимаем. Не снимаем. Но смеяться мы будем не так. Нет, мы будем смеяться громко. И чтобы и зубки были видны. И как будто вы пришли к лор-врачу, чтобы гланды были видны. Берем себя за подбородок и смело делаем вот так. И вот так мы будем смеяться. И стартовая у нас буква в начале будет именно на А. Хорошо? И смеемся мы громко-громко, чтобы все морешко услышало до последней капельки. Хорошо? Громко включаем такой напор на полную мощь. И приготовили вдох. И... Друзья, теперь кто помнит самое главное правило? Итак, улыбка на букву А, громко, мощно, открываем хорошо рот, это все помним, контролируем. Но самое главное правило во всех инструментах йоги смеха, смех это один из инструментов, это мы делаем выдох до конца. И что при этом происходит? Голоса нет, мы смеемся уже шепотом. Но когда мы потом делаем вдох, он такой голодный, он такой жадный, мы вместо одного литра принимаем целых 4 литра в организм, 4 литра воздуха. Представляете, как круто? Поэтому именно вот лечебное воздействие смеха, йоги смеха, оно влияет вот таким образом целительно. Почему это целая наука, гелотология, наука воздействия смеха на организм человека. И сейчас мы с вами будем громко, с открытым ртом, на букву А все то же самое, только долго-долго-долго. Не так, как обычно мы смеемся. Да, гормоны радости будут при обычном смехе. Но если мы говорим о более оздоровительном влиянии, да, о том, чтобы мы больше кислорода насыщали, чтобы у нас выходила мокрота, чтобы нам хотелось плюнуть все не нужно, да, мы долго-долго смеемся, потому что йога смеха, пранаяма, это про дыхание. Хорошо? Итак, приготовились? Приготовились и делаем вдох. И смеемся долго и громко. Вот, смотрите, потом жадный такой вдох. И еще раз приготовились. Вдох. И долго. Ha 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 ha
пока задыхаться не стали, да? Вот такая, вот этот, как из воды выныриваешь. И жадный, жадный глоток. Вот тогда ты максимально все это воспринимаешь в себя, массу кислорода. Хорошо. И последнее правило какое? Это тело в дело. Дело. Правильно. И сейчас мы с вами будем смеяться всем телом, ушами, глазами, внутренними органами. Вот заразительно, заразительно. Хорошо? И приготовились. Вдох. И... Громче, громче, громче. Долго-долго смеемся. Недавно у нас был ретрит в Турции. И вот там я приобрела такую маечку от Академии Айши, где у нас проходил крутой, классный ретрит. Хорошо, сделали вдох, животик. Выдыхаем все ненужное. Вдох морского бриза, радости, гормонов счастья. Задержали. И на выдохе лошадку. И у нас есть такая международная считалочка, потому что йога смеха, она не знает преград, она не знает нации, она не знает религии, она за мир во всем мире. И есть такая международная считалочка, которая заряжает через точки наши ладошки, и которую мы всегда используем. И приготовились. Хорошо, хорошо. Да, лучший день, лучший день. Да, Анечка. Мир, 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 мир. Да. Запомнили? Давайте чуть-чуть побыстрее и прыгаем. Да. Хорошо, да, лучший да. день, лучший день, да, день, да. Миру мир, 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 да. И, друзья, мы видим перед собой какое-то интересное, такое экзотическое дерево. Да, в йоге смеха все можно, в йоге смеха все в реале, в йоге смеха мы превращаемся в детей. И смотрите. Мы сейчас станем на носочки и будем тянуться и думать, что же мы там сорвем, потому что много каких-то непонятных, неизвестных волшебных плодов. Вот такое удивительное, чудесное дерево. И приготовились, встали на носочки, тянемся, тянемся. Тянемся. А, вытягиваем все позвоночки. Ручки, смотрите, чтобы они вот так за ушки заходили, не согнутые, не вот так вот. Осанка у нас, да? И руки вот за ушки завели. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся. И срываем. И чистим. Что же это такое удивительное? Что-то такое на манго похоже. И кусаем. А это смехофрукт. Кусаем, едим и смеемся. По правилам смеемся. Вдох. И...
Ладно, давайте еще попробуем что-то сорвать. Давайте. Тянемся. Стоим, стоим на носочках. Тянемся, тянемся, тянемся. Ой, как же классно. Тело вытягивается, как струночка. Животик подтянутый. Опа, подтянуто. Стоим на носочках, тянемся. Ручки за ушки. Вот, чтобы у нас вот такая классная была саночка, да? Тянемся, тянемся, стоим на носочках. Я тут на камушках сложнее стоять. Тянемся, тянемся. И что-то такое схватили. Такое огромное. Ой, аж повело. Аж повело. И чистим. А это такая какая-то огромная смеходыня. Едим ее, смеемся на букву О, поднимаем ее. И... Ну и давайте еще с вами потянемся, еще что-то сорвем. Приготовили, стали на носочки, тянемся, тянемся. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся. Спинка у нас прогнута, животик подтянут. И повыше, никак не достаем, еще повыше, повыше. Давайте попрыгаем, попрыгаем. И сорвали. Что-то такое маленькое. Похоже на огурец. И попробуем. Кислый. Как лимон. И смеемся на букву И. Представляете? И сейчас мы с вами побежим в море. Хорошо? И приготовились. И все сейчас бегом к морюшку. Бежим. Все, бегу. Песня такая, да, классная. Да, побежали. Вот, хорошо. Знаете, утром самое классное море. Нету вот этого жгучего солнца. И мы хорошо размялись. И вода утром такая теплая, такая классная. И мы со звуком «А!» со смехом бежим и в воду врываемся. И... А сейчас по гальке, мелкая галька, по ней очень удобно бегать, потому что вы в это время всю свою стопу протаптываете, проминаете. Вот эта галька, где-то крупнее, где-то средние камушки, и вы бегаете, и очень классный такой массаж, природный, лучше всякого массажиста, да. И мы сейчас по воде вдоль берега с вами бежим по мелкой гальке. И смеемся. Попрыгали. Попрыгали. Вдох. Вдох. И сейчас мы забегаем в воду и начинаем брызгаться. Побежали. И брызгаем на друг друга. Брызгаем на друг друга водичкой. Хорошо. Пищать можно, бежать можно.
и взяли за руки, и легли, и ногами, ногами работаем. Кто может, ложитесь, ложитесь на диванчик, и ногами работаем, работаем хорошо. Бьем по воде за руки, держимся, и бьем хорошо, хорошо по воде. Да. Это сделаем. Вот так держимся за руки и бьем сильно-сильно по воде, да, бульбы, бульбы, бульбы. Вот так ножки хорошо разминаем. Берем ежика. Знают все, кто такой ежик. Круглая спинка. И на камушках катаемся. Вы там на полу, где хотите. Раз, два. Такое классное упражнение. Вот такой массаж настоящий. Класс, получается? Вдох. Сделали вдох. Еще раз вдох. А сейчас мы с вами превратимся в морские растения. Слушаем свое тело. И музыка природы, шум морского бриза, крики чаек. И мы с вами растения. И в воде каждый как хочет. Можно закрыть глазки. Волну мы с вами проходили. И мимо проплыла рыбка и дотронулась до коленки. А вы ей улыбнулись. Воссоединились с природой, с этим прекрасным миром. Да. Мимо проплыла другая рыбка, коснулась вашего плечика. Самостоятельная импровизация вашего тела. Классно, классно, здорово. Ну что, а сейчас мы с вами сядем на банан все вместе, да? И нас прокатят так с ветерком. И садимся ногу. Друг за друга беремся. И помчались. Переворачивается, мы падаем в воду. Плывем, плывем, плывем. И по лягушачьи плывем. Квакаем. И вот так поплыли. Поплыли. И тут банан к нам подъехал. Мы опять на него. Ноги забросили. Поехали вперед. Побежали. Ветерком. Вдох. Вдох еще раз. Глубокий. Выдох. И сейчас у нас время маловато. Так. И сейчас мы с вами немножечко потанцуем. Кто любит танцевать? Кто молодец? И танцевать мы будем, знаете что? Я молодец. Будем танцевать. Правильно. И танцевать мы будем с вами. Ламбаду! La 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 la
Время поджимает. Выдох. И, друзья, кого в процессе желание откашливаться? Откашливайтесь, сплевывайте. Вот этот рис избавляется от всего ненужного. Если у вас кружится голова, зевота, все классно. Кислород несется к мозгу, несется к сердцу. Профилактика инсульта, инфаркта. Ваша харизма прокачивается, ваши лидерские качества, ваша память, никакой деменции не будет слышно. И мы все знаем, что у нас есть интеллект-тренер, которому 92 года, да? И который недавно записал видео, что чувствует себя на 16. И, друзья, все, кто сегодня первый раз, вот это вот вкратце, вот такие разные игротехники. Мы еще много не делали, потому что есть больше дыхательных практиков. Время сейчас отключится. Продолжайте сегодня целый день улыбаться этому миру. Это только первое упражнение. Я всем вам рекомендую, конечно же, пройти все 8 волшебных жемчужин. Потому что это только первая ступень. Когда вы все пройдете, вы посмотрите, в каком вы будете ресурсном состоянии. Особенно приходите в Академию Ше, потому что это круто. Это такая прокачка. Это просто вот кузница для воспитания лидеров. И когда ты вот так вот просыпаешься, с утра заряжаешься, наша кровь, наш мозг состоит из воды, мы все в себя самое лучшее впитываем, это самое классное. И потом у нас смехозарядка, и в 7 часов стартовое событие, да, окружение, оно решает все, это 80% успеха. Вот оно, где ваше окружение, окружение успешных людей, самых лучших, классных единомышленников. Поэтому приходите, пройдите 8 упражнений. Кто еще не в Академии Ше, приходите, рекомендую, я сейчас была на ретрите, я это все в офлайне прошла, это вообще очень-очень-очень круто. Хорошо, друзья, давайте букву Я споем во имя мира во всем мире. Итак, вдох делаем. И я. Я. Тянем. Классно. Ну и что? И теперь посмеемся еще раз во имя мира, во всем мире. И в это время делаем пальчиковую гимнастику, хорошо? И получается, не получается, неважно. Все равно ты молодец, потому что самый большой дар смеяться над собой. И зайчик, пальчик. И смеемся.